Всем привет! Мы на канале Press.ru, видеосоветы от учителя английского языка. Всем моим ученикам, реальным и виртуальным, особенно реальным. Сегодня я отвечаю на ваши многочисленные вопросы. А для чего и зачем нужен артикль? В английском языке употребление артикля с существительными обязательно. Существует такое явление, как конверсия. Умное слово. Возможно, вы и не запомните его с первого раза. Но обозначает оно то, что одно и то же слово может одновременно являться и глаголом, и существительным, и прилагательным, и существительным. Вот как разобраться, как правильно перевести без артикля-то? Давайте посмотрим на примеры, которые содержатся в нашем школьном учебнике. Например, глагол to help – помогать. I help my mom – я помогаю моей маме. The help – помощь. Прилагательное fat – жирный. С добавлением артикля превращается в слово жир. A fat. To cook – глагол готовить. Превращается в слово the cook – повар. О том, где и как употреблять артикли, я вам расскажу в наших следующих видео. И я надеюсь, что на вопрос «Зачем?» я вам ответила. Встретимся в наших новых видеосоветах. За сим прощаюсь. Good luck! Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.